опыт успешной реализации проекта. В данном поле опишите ваши достижения в области реализации молодежных проектов. Перечислите ваш опыт по реализации молодежных мероприятий. Он может быть разным – от проведения мероприятий в рамках вашей студенческой группы до участия в организации мероприятий студенческого совета, клуба или правкома. В данном пункте напишите вашу роль. Например, руководитель группы волонтеров по проведению Дня космонавтики или организации молодежных международных мероприятий. У каждого из нас есть успешный опыт реализации молодежных мероприятий и проектов, только не каждый об этом может сказать. Пункт «Партнеры проекта и собственный вклад». В этом пункте укажите ваших партнеров. Это может быть университет, где вы проводите различные мероприятия, может быть комитет по делам молодежи вашего города или кто-то еще. Важно указать полный список партнеров организаций, которые вам помогают в ваших делах. Кроме этого, напишите ваш вклад в реализацию проекта. Что именно вы беретесь полностью его организовывать, вести учет участников на вашем ноутбуке или что-нибудь еще. Важно оценить эти усилия финансово. Это и будет ваш личный вклад, ваше личное софинансирование. Пункт «Информационное сопровождение проекта». В данном поле необходимо отразить, каким образом будет организовано освещение мероприятий проекта в средствах массовой информации, в сети интернет, в том числе. Описать договоренности с представителями средств массовой информации, если они у вас имеются. Здесь же можно указать ссылки на ресурсы проекта в сети интернет. Дополнительная информация о проекте. В этот раздел можно загрузить сопровождающие материалы, в том числе рекомендательные письма, различные письма поддержки, может быть, вашу презентацию. Документы, подтверждающие расходы по проекту. В этом поле вы можете прикрепить различные коммерческие предложения или распечатку сайтов, где указаны цены на приобретаемые вами товары. Например, по проекту вы хотите купить ноутбук. Для этого зайдите на специальные сайты, где продаются ноутбуки, сделайте скрины с ценами нужного именно вам ноутбука и прикрепите к этому пункту.